12 часов дня он вышел на улицу и направился в сторону вокзала. Никто не знал, куда он идет. И сам он тоже. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней. Город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых причин, война тела молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива. Согрета лучами звезды по имени Солнце. И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим и кому умирать молодым. Он не помнит слова «да» и слова «нет», он не помнит ни чинов, ни имен, и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть опаленным звездой по имени Солнце. Алло, алло, Мирка, ничего не слышно, из Москвы, да, отец в Москву не собирается, слушай, монетки кончаются, алло, алло, ну пока, пока, целую, пока, пока. А теперь мы предлагаем вам одну печальную историю. Но не забывайте при этом обратить внимание на употребление времен. Кто там? Чего надо? Спартак дома. Нет у вашего Спартака, чего трезвонишь, ходит, ходит тут целыми днями хулиган, весь подъезд загадили, натопчут, накурит. Ну-ка давай отсюда, давай, иди, иди, лифт вызывай. Нет, не вызывай пешком, иди, а то нагадишь лифту. Камилле. А сейчас нам хотелось бы познакомить вас с другим молодым человеком, у которого много неприятностей, потому что он всегда и всюду... Где Спартак? Не знаю. Где-то по этажам шляется. А ты кто? Может, передать чего? Ну-ка, быстренько. Давай в элеваторную. Давление проверить надо. Слышь? Ну чё, оглох, что ли? Да-да-да.
Спартак, я давно хотел тебе сказать. Люди в мире разделяются на две категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты. На. Денег-то у меня нет. Ты где пропадал? Я тебя искал. Везде, везде искал. Столько времени, а теперь у меня денег нет. Давай завтра в парламенте. Что-нибудь придумаем. Во сколько? 7:37. Нам необходимо встретить одну очаровательную девушку. Вон она там. Спасибо. Дина! С приездом. Все стреляешь? Стреляю. Слушай, мне жить негде. У вас нельзя на даче? Пару дней. А дачи нет. Папа умер и продала. Извини. Ничего. Я уже привыкла. Тебе действительно негде жить? Да. Только двери никому не открывай и к телефону не подходи. Будешь утром уходить, позвони 22-34-00. Я убью его. Кого? Мне ведь на него больше 10 лет не дадут. Отсижу и вернусь. Ты что? Ну уж лучше меня убей. Чтоб не мучил. Вот именно.
бывает даже так. Нина. Это я. Вот. Видишь, каков? Тихо, только тихо. Дубленки ваши ему! Я ему унитаз. Не нравится! Только вы! Шапки ему! Ищи не нравится! Горлопа! Ты меня убьешь. Я думала, ты спишь. Я ведь ничего не... Привет. Знаю, только работай. Честно, работай. Пошли пить чай. Ты изменилась. Зачем ты приехал? Только в одних случаях. На тебя посмотреть. Сиди. На таком устойчивом грунте выживают только специально... Ну что, давай. Нету сегодня. Они так и называются. Сегодня нет ничего. Как нет? Вы не говорили. Ну так нет. Сегодня нет ничего. Иди. Я тебе потом все объясню. Потом я не могу. Завтра придешь. Не завтра. Страшно, ну иди, пожалуйста, нет. Уходи. Да ты что? Ну уходи. Что ну завтра придешь. У них вырастают иди. Новые побеги. Уйди в комнату. В течение летнего дня песок нагревается до 70 и более градусов. Кто это? Кто все надо? Живое стремится подальше. Ну, одноклассник мой бывший. Какой еще одноклассник? Не надо гнать. Нет. Да ну ладно, ну нормальный человек. На ветке пуста. Все мы нормальные. Другие кроются вглубь песка. Что ты делаешь? Многие растения в пустыне имеют очень тонкие листья, иногда просто иголки. Так они сберегают ценную влагу от испарения. Никогда не топи камин. Понял? Не понял. Казалось бы, при чем тут любовь? А ведь это про любовь. Что отдашь твое? Твое счастье. Спокойной ночи. Таким образом, как мы видим, то любовь – это не удовольствие. Имели место и в других. Зато это гораздо больше, чем удовольствие. Sie empfangen Radio Almata. Verehrte Hörerinnen und Hörer. Eins, zwei, drei, vier. Wie morgen kommt so lange Zeit an, wie morgen kommt so lange Zeit an, wie morgen kommt so lange Zeit an. Thank you.
морфин и гидрохлорид. Алло. Алло, извините, куда я попал? Больница? Нет, спасибо, я ошибся, извините. Извините. Дина! Что-то случилось? Ты ничего не хочешь мне сказать? Да нет. Совсем ничего? Я решил уехать, Дина. Ну? Ну, до свидания. И все? А когда ты собираешься уезжать? Сегодня. Ну, что я могу тебе сказать? Ну, подумай. Я же тебе сказала. До свидания и все. Привет. Так, ну как мы себя сегодня чувствуем? Угу. Ну, сегодня получше, получше. Дина, почему у вас товарищ без халата? Хорошо, я поняла. Давай, уходи, нельзя здесь. Это кто такой строгий? Если ты не уйдешь, у меня будут неприятности. Ну, кто это? Неважно. Уходи, слышишь? Как неважно? У тебя что с ним, что-нибудь есть? Это Артур Юсупович, хирург. Слушай, он что тебя трахает? А? Чего молчишь? Трахает? Скажи, да, трахает. Иди к черту. А? Ну, стой. Встань. Все. Все, ну, перестань. Ну, все, все. Я сказала, ну, не верь. Все, все, хватит. Пусти руки. А, все, все. Он тебя трахнет? Кретин какой-то. Тебе очень идет эта шапочка. Ну что ж, настало время отправиться в кафе, где всюду опаздывающий молодой человек назначил свидание своему другу. Ой, excuse-moi, je suis en retard. Mais tu es toujours en retard, Nicolas. Thank you.
Привет! Здравствуйте. Это что такое? Это... Дождик? Дождик. Дождик. Летний дождик. Свет включить. Бекер, сделай, быстро. Сделай, любезно. Вот так. Бега, шибко, бега, плавай, номер освободить. И кто в его проваливай щеглецу. Так не минуться. Потом заходка, виска, фитка, мы как тайм читаем. Айн момент. Как тебе мои новые ребята? Неформалы. Я возлагаю на них очень большие надежды. Он? Разрешите представить моего старого испытанного товарища, партийная кличка Мора. Пришатывайтесь. Так на чем я остановился, Люлик? О жизни духа человеческого. А, да. Это действительно страшно, когда твое собственное тело входит в чужая жизнь. Это игра борьба с жадными людьми. Ну что, начнем? Я приехал из Америки на зеленом венике. Веник сломался, на Колыме остался. Значит, бери шарик. Шарик возьмешь, в ресторан пойдешь, алик малик возьмешь, никуда не пойдешь. Хотите этот возьмите, хотите этот возьмите, хотите этот возьмите. Где шарик? Угадайте. Оба. Нам, мужики, имейте совесть, я же не официант. Почему? Запомни, Архимед, раз и навсегда, у меня нет совести. У меня есть только нервы. Дело. Где Эпштейн? Мы ни при чем. Эпштейна он съел. Так-то. Очень хорошо. Молодцы, ребятки. Прекрасно, прекрасно. Рад.
А кто ты такой? Кто ты? Прекрасно. Помогли. Отлично. Кто тебя просил? Кто тебя просил? Неужели ты не понимаешь, что это не твое дело, а? Ты что, фраер? Не трогай меня только! Не трогай! Ты понял это? Это не твое дело! Я себе должен, блин! Я тебе должен! Тебе! 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 Я себе должен! Куда ей денусь? Сигарету. Ты же знал, что я им должен. Но сначала ты должен мне. Деньги собрать. 50 рублей на билет. Я его не знаю совершенно. Мне деться некуда. И мне нет выхода, понимаешь? Я все им скажу. Что ты? Откуда ты? Где ты? Они достанут тебя. Давай, сваливай. А деньги у тебя вышли телеграф. Адрес прежний, да? Давай, посмотри. Сил у меня больше нет, вот я же говорю, так сказать. А потом найдем, Архимед. Не хватает. Я тебя сам найду. Забыл отдать.
Хорошо, что ты вернулся. Да? Ну, рассказывай. Знаешь, Артур хороший. Однажды на Новый год принес мне елку. Я до сих пор помню запах. Вы наряжали вместе, так хотела? Снова стала ходить в тир. Потом он устроил меня в клинику. Садил на иглу. В квартире устроил склад. Ну-ну. Когда отец умер, я перетаскивала скульптуру из мастерской, книги разбирала. Потом однажды к аквариуму подхожу, смотрю. Слушай, вот одного не пойму. Зачем тебе очки? Я не уношу цвет крови. Ну вот, представляешь, рыбы сдохли. Ну хорошо, что делать бы? Вези меня отсюда. Мы поехали куда-нибудь вместе. На море. Помнишь? Помнишь, как нам было хорошо? Понял. Бум-бум, Гилли, бум. Ну вот, совсем другое дело. Дина! Дина! Дина!
Что, без очков не страшно было? Дура. Мало того, что дура, еще и готовить не умеешь. Жерде тезек бар. Шарбақты бұзбай, сол тезекті жақ. Оқтың ба? Сөйт.
Где ампулы? Жёг. Ученые утверждают, что скорпионы – самые древние животные на Земле. 3 года назад я их здесь не видел. Ты не видел, Дин? Козел! Какое сегодня число? 2 недели прошло. Ну, как мы себя сегодня чувствуем? Ну, сегодня получше. Получше. Как ты? Душно. Я на море пойду. Купаться.
где же команда? Ты спишь? Вечером мы едем отсюда. Я уйду ненадолго. Побудешь одна, ладно? Не открывай. Дина дома?
Кто? Этот. Не уходи. Несмотря на то, что фокусник ее оживил, она так и осталась глупенькой, пустой марионеткой. Он вернется. Я скоро. Ну что так робко стоишь? О чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив. Зовет он нас танцевать. Не спеши, ведь песня не ждет. Оно вокруг все зашло. Если сердце поет, тут не нужны слова. Мечтать о весне, чему не ждать, что пришла она, ее заменит вполне твоя улыбка одна. Еще и песня не ждет, одна вокруг все зажгла. Если сердце поет, тут не нужны слова. Архимед, дай кефир. Здесь, подождите. Иди сюда. Иди. 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 Привет. Держи. Спартак. Я пришел. Знаешь, эти двое там в баре, Эпштейн и тот, который меня мутузил, они были мои люди. Ты понимаешь? Я просто хотел разыграть тебя. Просто. Ну что я, сумасшедший, что ли? За мной! Привет!
Сейчас я здесь порядок наведу. Будете мне здесь шалей, валяй, болтай там. Сейчас мы здесь вам всем устроим. Экзекуция! Экзекуция! Люди! Вперед и только вперед, потом наверх, а потом обратно вниз. Мы наведем здесь порядок. Каждый из нас это один, но все мы вместе это мы. И мы все здесь перевернем. Каждому только одно. Свобода. Независимость это моя прерогатива. Я единственный, который способен дать возможность существованию. Власть не существует. Остается только одна мысль в каждом нашем теле. Это мысль к существованию настоящему, самостийному. Бытие – это не есть сознание. Бытие есть постсознание. Освобождаем себя. Вперед! А потом обратно. Консервация времени – это наш девиз. Но мы его закрыли, потому что ты не оправдал мое доверие. И ты тоже не оправдал моего доверия. Я распускаю и сам распускаюсь. Упасть и подняться. Нет, лежать, раз упал. Дорогие мои, прощайте. Я был с вами. Теперь меня с вами не будет. Братцы. Вот так. Браток, тормозни. Поговорить надо. Отойдем в сторонку. Пошли. Корабль мой не вернулся. Но дела наши блестящие. Звери погибнут. Никто не спасется. Ну так где стекло? Какое стекло? Что ты дурака валяешь? Люди ждут. Ребята, я вас не знаю. Что вам нужно? Стекло нужно. Для окон? Ты чего трешь? Через 10 минут, чтобы стекло было здесь. А нет, значит, будем разговаривать по-другому. А как по-другому? Ладно, хорош порожняка гонять. Ага. Опа! Thank you.
Спасибо, друзья мои, спасибо. Вы спасли меня от злого разбойника Беналиса. Хотел меня сбросить в пропасть. Ужасная пропасть. Ну, Трай-Борис, я чуть-чуть не опоздал. Buongiorno, signor Pantalone. Papà? Buongiorno, signori. Come sta, signor Pantalone? Come sta, signor Pantalone? Sto male. Sto malissimo. Ho mal di testa. Ha mal di testa? Perché non parte un po'? Ho mal di testa. Ha mal di testa? Perché non Я даже не знаю, как с тобой разговаривать. Ты ведь думаешь, что всю эту историю я затеял? От меня тут ничего не зависит. Они же каждый день требуют. Каждый день. Но надо бороться. Нас теперь двое. Нам будет легче. Человек ты хороший, честный. Я в этом убедился. Учти, Дину мы из этого вытащим. Только вдвоем. Надо же понимать такие вещи.
Arrivederci. Viva lo sport. Уедешь? Теперь это надолго. Я пойду попрощаюсь со стариками. Дина. Алло. Я сейчас приду. Алло. Разрешите перекурить? Остаться с тобой, но высокая в небе.
небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне. На этой оптимистической спортивной ноте мы и закончим наш фильм.